На свадьбах. Эдуард Шнайдер. На свадьбах я часто вижу, как позади жениха и невесты любуются два лебедя и обручальные кольца. И это уже традиция. Все знают о лебединой верности. Все восхищаются их благородством и грацией этих действительно прекрасных птиц. Но в жизни человеческой все как ни странно наоборот. После смерти любимой или любимого никому и в голову не придет подняться в небо и камнем вниз. А если и найдется среди людей лебедь, который это сможет, его тут же осудят, скажут «глупо». Почему же лебеди поступают благородно, и о их верности слагают легенды? А человек считает себя самым умным, восхищаясь тем, на что сам не способен, и отрицая это же одновременно. В этом есть элемент лицемерия и двуличия. Это все от большого ума? Что важнее, ум или верность? Что выберешь ты?